Всем привет, с вами Нильфгорн. И это не обзор, а это знакомство с игрой песочницей Орд Онлайн. Удивительная игра, потому что даже дождь уже здесь покоряет. Но, как бы, вот я такой захожу и так смотрю, вау, вот классно. Да, очень приятная такая графика, дождь очень классный такой. Даже капли квадратные в конце капают. Но вот единственное, что я когда начал копать, мне единственное вот это не понравилось. Анимация вот эта вот, дурацкая анимация вот этого копания, мне она не понравилась. Когда вы начинаете, вы создаете аккаунт. И... Так, кстати, есть лопата еще. А, она вот быстрее копает. В несколько раз. Когда вы начинаете, вы создаете аккаунт. Ну, покупаете игру, создаете аккаунт и... В принципе, начинаете играть. Убираете сервер, на который заходите. И начинаете играть. Я так понимаю, что здесь можно как-то создать самому сервер. Но я стал не заниматься этим. Пока что я просто вот так вот решил. Так, блоки поднимаются по ходу, то есть когда мы через них проходим, и тогда не поднимается. Я буду знакомиться, несколько серий я этой игре посвящу обязательно. Попытаюсь все здесь показать, во всем разобраться, везде слазить, так сказать, посмотреть на саму игру, посмотреть все биомы. Может быть, даже я вообще не представляю, что здесь есть, как здесь все работает, как здесь заниматься тем или иным делом, допустим, там, крафтом или что-то в этом... Вроде так. У меня с собой есть факелы. Вот. Краплинг. Это что такое? Неужели это веревка, как бы крюк с веревкой? То есть мы закидываем и можем завязать. Надо будет проверить обязательно. Возьмем топор. Ой, классно, классно. Очень приятно. Очень приятно. Вот. Единственное, здесь вот пока что вот не единственное бросил в глаза, это вот анимация ломания. Вот могли бы как-то по-другому ее сделать, а вот как именно блоки, ну и блоки, конечно, выпадают тоже дурацко. Но не забываем. Сразу, конечно, я скажу об этом, что это альфа-версия, то есть не надо забывать об этом. Это только-только начало это, развития этой игры, поэтому, конечно же, здесь будет именно так, таким образом все. Я вот непонятно, вроде бы сломал... растение, но выпал блок какой-то. Так, а вот яблоки Apple лежат у меня. То есть написано просто Apple. Так, какие-то вот такие блоки, вот такие блоки. Сразу вот по этот уровень мне дали вот столько разнообразных блоков. То есть, так как говорится, на знакомься, типа того, я так понимаю. И, то есть, в принципе, давайте еще я пощелкаю по... Ага, все понятно. Даже вот я поменял вид, так сказать. Понятно, да, насколько это альфа? Да, чувствуете прям прогруженность персонажа. Не знаю, почему так, либо, может быть, что-нибудь в настройках не стоит, но эта серия именно будет посвящена миру, так сказать. Давайте познакомимся. Деревья классно сделаны, очень классно сделаны. То есть не бросается, вот честно говоря, не бросается вот эта квадратность вот так вот в глаза, чтобы прям, ну, чтобы резало, так сказать. Потому что это очень часто отталкивает всех людей, потому что я всегда сужу, ну, игру сразу по играбельности. То есть, понятно, я не говорю о любителях именно Майнкрафта или кубических игр, воксельных игр, квадратных игр, кубических игр, как угодно их называйте. Песочницы в данном случае, конечно, понятно, что мы... Я отношу себя к ним, что я люблю такие игры, и нам понравится, конечно же, но лично мне уже нравится. Но вот, к примеру, те люди, которые воспринимают эти игры предвзято, они, конечно же, в первую очередь смотрят на графику, и я думаю, ну как на графику, на вот этот первый взгляд игры, и я думаю, здесь им будет очень приятно, конечно. Классно очень, и деревья сделаны, горы сделаны. Мне нравится, как прорисовка карты сделана. Вот очень отлично. Вот этот туман такой, который
через него как бы видно, то есть вы можете понять, что там гора, то есть вы можете понять, ох, ох, как ярко-то в пустыне прям. Ну и у меня опять вот блоки. Я так понял, что оранжевые блоки это пустынные блоки. Я сейчас, конечно, не буду в настройках лазить. Возможно, возможно, в настройках можно, к примеру, переставить, ну, чтобы это отображалось. Может быть, это просто отключены вот эти блоки отображения их. Ну, скорее всего, нет, потому что по видео вроде бы, ну, посмотрев видео других, как бы то же самое было. То есть... Кстати. Так, ладненько. Я хочу сейчас. Зачем я это делаю? Я хотел посмотреть. Так, отлично. Дерево вот как-то... Жалко, не написано, что конкретно здесь у нас присутствует. Допустим, давайте вот так вот сделаем. Вот так вот, да? Надо привыкнуть, потому что инвентарь здесь открывается на букву Е. И как-то, ну, непривычно с первого взгляда, с первого раза. Так. Ага. Ну и правой кнопкой мы просто ставим. Притом строится довольно-таки... А... То есть на какую часть мы наводим курсором, на ту и ставится. В принципе, нормально. Такая стандартная постройка. Я, конечно, уже видел намного лучше и интересней, но... Это вполне тоже интересно. Я так понимаю, что это как бы общие сервера, на которые я зашел. То есть это сервера как бы от самой игры, от самих создателей игры. И здесь можно, так сказать, встретить игроков. Я не знаю, не пределы мира. Нет, очень отлично, мне нравится, как сделано. Я прям вот... Не зря про нее очень много говорили. Я сам говорил, вроде бы в какой-то... Ух ты. По-моему, я вижу пещеры большие. Да, я вижу огромнейшие пещеры. Просто огромнейшие. Давайте вот... Спустимся туда. Я вижу, конечно, у меня энергию жизни и тому подобное. Но еще я вот вижу на той вон горе, вон там вон, как будто бы какая-то постройка. Угу. Да, это явно какая-то постройка. И здесь вот я вот прям вот... Кстати, вот... А, вот, два раза V нажать можно, и тогда он бежит. Отлично. Все, теперь. А то я... Как-то на shift нажимаю, он, наоборот, медленно начинает бежать. Поэтому все, разобрались. Теперь мы двигаемся быстрее. Я хочу посмотреть пещеры и как они генерируются. Это очень важно. Потому, ну, для меня, по крайней мере. Так. Просто отличная непроницаемая тьма. По-моему, очень шикарно. Даже вот под какими-то разными углами не просвечивается ничего. Это круто. Так, я застрял. Давайте сбегаем к домику. Насколько я знаю, здесь на данный момент вроде бы все-таки нету никаких данжей или там, ну, к примеру, таких каких-то рандомных построек, с которыми мы можем встретиться. То есть, ну, так сказать, игровых построек. Так, вода. Давайте с водой. И мы залезем, ну, с водой пообщаемся, так сказать, и залезем наверх. Посмотрим, что там. Возможно, там построено что-то игроками. К сожалению, я вот, ну, пытаюсь так по дороге. Ох, классно. Классно, водичка тоже очень классно сделана. И прозрачность очень отличная. По-моему, вообще шикарненько все сделано. То есть, очень все так приятно смотрится. Графика такая хорошая. Единственное, что я боюсь, что при всей, как бы, вот этой, ну... Так сказать, приятности. Так, что не залезать-то? При всей этой приятности мы очень мало будем замечать в этой игре патчи. И тем самым она, ну как сказать, будет медленно развиваться. А как правило, во-первых, цена у нее не слишком-то и дешевая. 600 рублей за то, чтобы в нее поиграть. И насчет пиратских серверов сразу говорю, не спрашивайте меня. Я ничего про них не знаю. Я не искал даже. Скорее всего, их не будет. По крайней мере, поначалу. Так, надо залезть. Все-таки мне интересно, что там. Скорее всего, какая-то постройка. Кто-то там что-то построил. И надо узнать. Душа Гриффера, как говорится.
не дает мне покоя. Ну нет, я никогда не гриферил, не занимался воровством в играх типа Майнкрафта. И не люблю это. Я просто хочу посмотреть, что там построили. Вдруг можно там увидеть станки крафтового стола. Ну, что-то в виде крафтового стола. Я такого не... А! Что ж я залезаю-то? Я же могу... Вот так вот сделать. Вот так вот. Так, отцепились. Оп. Отлично. Я совсем об этом забыл. Оп. Отлично. Вот это уже огромнейший плюс, конечно, этой игры. Я сразу говорю вам, что это просто шикарнейшая штучка. Этого вообще не хватало в таких играх. Ого-го, я вот там я прям вижу вон какой-то точно какую-то постройку. Это прям точно вот чья-то постройка там. Так. Ну, давай, все уже. Так, ну и здесь, конечно же, тоже чья-то постройка. И да, здесь какие-то блоки. Но это эти блоки, они даны нам самой, так сказать, игрой изначально. Поэтому, думаю, это просто... Так. То есть, когда мы жмем на пробел, мы как бы... подтягиваемся. Так, нет, сейчас. Вот так вот. Отлично. Немножко управление такое какое-то, ну как сказать, ой. То есть он как-то явно так за углы цепляется, честно говоря. Персонаж. То есть вот прям вот нет какой-то такой как бы долизания, что ли. Надо вот привыкать к этому. Так. Угу. Ну, вот такая вот башенка. Ну, просто ми-ми-ми. Ой. Ой-ей-ей. Не туда упал. Кстати, я так понимаю, сумерки настают. Так, а это что у нас? Это... Слайнгшот какой-то. Честно говоря, не представляю, что это такое. Ну и ладно. Похоже, сумерки настают, и скоро темно нас будет, и надо будет посмотреть, как это. Так, факел, по-моему, отлично смотрится. Пробежимся. Так. Не-не, очень мне нравится прорисовка какая, то есть... вот эта размытость, она как-то дает как раз-таки вот этот... Ох, там прям-таки какой-то большой... Ох, классно! Вот это классно! То есть была какая-то до определенного какого-то момента размытость, и вот мы как бы выходим, и сразу все прогрузилось, сразу размытость перешла на задний план, и мы видим все, что здесь близко к нам. Так сказать, когда отлично, отлично сделано, просто отлично, мне нравится. Я прям-таки вот за графикой и за вид игры я ставлю очень огромнейший плюс. И я, скорее всего, в своих путешествиях здесь начну именно рядом с этим домиком. То есть просто хотя бы начну, так сказать, обязательно я что-нибудь сделаю, покрафчу, что-нибудь пособираю, попытаюсь что-то сделать, посмотреть, как вообще здесь делается, ли, есть ли здесь какие-нибудь крафтовые столы или что-то в этом роде. Потому что это все-таки игрушка стоит того, чтобы ей уделить внимание. Ну а вы обязательно смотрите, следите за моими приключениями в Орд Онлайн, если... Ну-ка. А, нет, ну вот так вот не тянет, к сожалению. Так, посмотрим, что здесь. То есть какой-то человек здесь построил вот такие вот домики. Очень классненько смотрится, по-моему, очень шикарненько. Интересно, как вот эти угловатые он делал. Так, это что такое? Это, я так понимаю, факел, что ли? Или, ну... освещение какое-то. Ну, так я понимаю, что ни дверей,
Ничего-то подобного здесь нету пока что. Угу. Вот так вот даже тропиночка. Вот тут вот вам и лестница вот такая вот. Прикольно смотрится. Очень хорошо смотрится. Это, ну, в принципе, как и начинал Майнкрафт. Даже немножко, даже наверное, не немножко, а так довольно-таки немножко получше, я бы сказал. Потому что выглядит очень крутотецко. Но сразу говорю, если, конечно, здесь они просто, ну, тупо будут очень долго сделать упор на строительство, что типа как бы строите вот новые кубы, вам мы даем там новое дерево, еще что-нибудь нового там, так вот освещается та вот будка, которая наверху, вон, конечно же, столб чей-то тоже освещается, но я так понимаю, вот там вот вот там что-то вообще такое эпичное вроде бы построено, то есть и надо будет слазить. В данный момент, как бы, как видите, не прорисовано, ни оружия нету, ни каких-то таких вот моментов нету. То есть интересно, то есть, как сказать, все равно, когда вы крафтите оружие, это как-то, ну, как-то, или держите оружие в руках, это намного интереснее становится играть. К сожалению, вот пока что игрушка представляет из себя вот такой вот, только начальную, наверное, базу такую. Не знаю, вам уже самим решать, как и что это она из себя представляет, нравится вам или нет, но мне нравится. Начало, по крайней мере, очень шикарненькое. И так, о, есть, если мы факел берем как бы в руки, то и освещение вокруг появляется. Это очень круто, это просто шикарно, потому что когда меня всегда не раздражало, что в Майнкрафте факел нужно поставить, только тогда он начинает светиться как бы, а в руках он у вас не светится. У меня всегда как-то, я не понимал это, почему так. Так, а вот здесь вот нужно забраться. Давайте вот так вот, оп, вот, подтянемся. То есть, когда мы стреляем, мы пробел там, ну, я, по крайней мере, пробел зажимаю и подтягиваюсь как бы к наивысшей точке. Вон я там прям вижу какие-то мосты, что-то такое, как минимум, задумано и очень эпично построить. Так, посмотрим, что здесь. Здесь даже под водой, я вот смотрю. Классно. Очень классно. То, что под водой ночью темно, а вот днем было нормально. Хорошая атмосфера, приятная, не страшная, по крайней мере. В Майнкрафте поначалу, когда вот я первый раз играл, там было как-то жутковато. Здесь нет такого. Ну, здесь, в принципе, и монстров, по-моему, нету, да, в самом начале здесь и монстров нет. Так что, конечно, я ожидал, что она более будет немножко. По крайней мере, говорили, такие комментарии писали, что в этой игре уже есть чем заняться. Или вот постройка домика, это есть чем заняться? Да. Как бы, я не спорю, это круто, но это не... Не должно уже, это должно уже на задний план отходить. Постройка дома, она должна быть, как сказать, ну, второстепенной уже частью, а не основной. Я не знаю, что здесь задумано было. Но что-то здесь такое эпичненькое, потому что и там и... И под водой что-то. И вот, как видите... Вот здесь вот все раскопано. И вот прям-таки все так серьезно сделано. Тут и туннели, смотрите, есть. То есть освещение, чтоб... Ага, вот это вот прям такой какой-то... Так, давайте... Заберемся и посмотрим, что там. Какие-то туннели прям такие... Так. Я не могу забраться, честно говоря. Почему-то я... У меня не получается забраться. Ой, ладно. Простите меня, строители. Так. Сейчас надо остановиться, чтобы вот это прогрузилось. И... Да, это реально какая-то база. Прям-таки... Ух! Да, тут чувствуется прям строители. Что-то эпично пытались построить. Все из листвы какие-то. Летающие
лиственные города тут. Ох, ох. Так, не понял, что у меня происходит. У меня, по-моему, сломалась клавиатура. Да, у меня сломалась клавиатура. Ну, я сейчас ее вот так вот сделаю. Все. Нет. Все равно я прыгаю и... Вот, все. Теперь точно нормально. Какой-то глюк был. Ну что ж, первое впечатление, оно такое... Странное, честно говоря. Да, конечно, графика нравится. Прикольно сделано. Все так динамично, как-то красиво, интересно сделано. Листва вообще классно сделаны. Мне нравится, как просвечивает. Ух ты. Голову сделали какую, вот если вы видите, это шар такой, вот два глаза и улыбка. Прикольно. То есть тут реально прям эти вот платформочки. Ух. Там наверху что-то прям тоже что-то сделано. Прям тут что-то какая-то масштабная такая чувствуется стройка была. Жалко, здесь карт нет. Ну, к сожалению, в таких играх всегда не хватает карты как-то. Тут вот даже какую-то стену из... листвы, похоже, хотели сделать. Не знаю, что. Ого, ого, как долго кирпич ломается. Это, конечно, странно. Ну ладно. Так. Вот так выходим. И настает утро, похоже, и настает дождь. Ну что ж, я обязательно в следующей серии что-нибудь построю. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если вы впервые на моем канале или в первый раз вообще сюда зашли, то подписывайтесь, потому что вы найдете всегда что-то интересненькое. Ух, вон там вон еще что-то построено. То есть всегда вы найдете какие-нибудь новые игрушки. Если вам игра нравится, ставьте лайки. И чем больше лайков, тем точно будет следующая серия. Поэтому не стесняйтесь, не жалейте. Это только плюс к тому, чтобы делать больше серий. Игрушка интересненькая, и хочется, конечно, узнать побольше о ней, посмотреть, что здесь еще есть, что здесь еще возможно сделать и тому подобное. Возможности с водой, возможности создания, обстройки, крафта и тому подобное. Очень интересно это все. Конечно же, я еще полажу здесь по всем этим местам, посмотрю, что здесь люди понастроили. Вдруг есть какие-нибудь конкретно достроенные постройки, потому что очень бы хотелось... это увидеть, вот посмотреть даже, что это. Ой. Так. Так. Какой-то странный водозабор. Непонятный. Зачем? Так что, еще раз, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, оставляйте свои пожелания. Игра... На всякий случай сразу говорю, игра я купил в Стиме, так что не задавайте таких вопросов. Она продается в Стиме, стоит 600 рублей. Онлайн можно по сети, можно, наверное, и одному побегать. То есть, ну, как видели, я уж не так уж прям, чтобы тут народу много, я ни одного не нашел. Так что всем всего хорошего, пока.